Так, ребят, давайте, я сейчас подошла на линию СТ6, павильон 18. Появились платья вот такого фасона. Сколько такие платья? 700 рублей. Размеры до какого? От 42 до 48. А вот эти сколько? До 52? 54 размера. А вот эти сколько? Это 700 рублей. 700 рублей до 52 размера. Пудра и светло-розовая. А цвета только такие или есть разные? А, вот для восточных женщин, вот кто у меня спрашивал, сколько такие платья у вас? Это 1600 рублей. 1600. А это что, двойка? Да, двойка. Это получается платье и... Накидка и сарафан идет. А, и сарафан. 1600. Расцветки только такие? Расцветки, да. Еще есть зеленый цвет. Зеленый цвет. А что у вас еще новое? А вот это что вот это за платье? Вот это покажите, новое, пожалуйста. Вот такие. Так, и сколько цена? Это 600 рублей цена. Размер от 42 до 48. До 48. Вот такие, так, давайте вот эти покажу вот моим эти, девочкам. Да, вот это вообще прикольные. Размер от 42 до 52 размера. До 52 размера, да? Угу. А визиточку можно приготовить? Так, а вот это давайте покажем. Ага, сейчас, сейчас. Вот эти вот. Что это за пиджак? Платье-пиджак. Платье-пиджак. Вот мне дали визиточку. Это вот это моя визитка. Вот это. Ой, это. Я понимаю. Ну. Алишер и Фёдор. Вот. Вот это, посмотри. Это разные расцветки. Размер от 42 до 50 размера. Расцветок сколько? Красный, белый и вот такой цвет. А, вот, вижу, ага. Цена? Это 600 рублей. 600 рублей. Давайте вот эти платья покажем. Это новинка, вот. Да, легкие уже появились, да, платья. Девочки, цена? Это цена 600 рублей. 600 размер рублей расцветки? До 48. Еще есть желтый цвет. Ага, ну вот эти вот я только что показывала. Эти, покажи вот такие цвета. А давайте покажем, какие цвета. Ну, голубой, что? Красный. Голубой, красный. Ага. Такой вот. Угу. Так, хорошо. Давайте вот эти покажем тоже в горох. Расскажите, 700 рублей, да, размеры? От 50 до 66. До 66. Расцветки? Есть еще, сейчас покажу. Угу. Черный. А, вот, черный. Хаки. Хаки. Пудра. И пудра. Четыре расцветки. Угу. Спасибо большое. 700 рублей, девчонки. Так, это вот длинные платья тоже. Расцветки только такие? Нет, четыре расцветки есть. Ага, давайте вот. Кофейные. До 56 размера. С разрезиком внизу. Разрезик. Синий. Синий. И красный. И красный. Цена 700 рублей, да? 600. А, 600. 600, девочки. Так, давайте вот эти модельки рублей, покажем. 42 на 46. По 46 размер. 600 рублей. Так, рубашки. По 50 размер. Расцветки. Синий, красный. Цена 600 рублей. На ремешке. Так. Такого плана платья. Классика. Расцветки только такие? Да, еще бордовые есть. До 54 размера 600 рублей. Так, давайте вот эти покажем. Юбка гипюровая. А, вот вижу, ага. Гипюр с подкладкой. Юбка. С подкладкой. С поясом. Размера от 48 до 56. Цена 600 рублей. 600 рублей. Синий и зеленый есть. Ага. Так, вот. Это тоже. Платье на запах. На запах. Можно как кардиган носить, можно как платье. Ага. Цена 600 рублей. Ребят, вы отправку 48. Делаете, я да, знаю, да, да? Да? Но, пожалуйста, я прошу вас, отправляйте, если люди попросили этот цвет, отправляйте этот цвет. Хорошо, потому вот что есть недобросовестные, есть. Пожалуйста. Вот, костюмы спортивные. 800 рублей, еще перские есть. А, вот, 800 рублей, а размеры до какого? От 42 до 48. Ага. Так, ну, давайте вот здесь. Еще рубашки есть, показать? Покажите, конечно, покажите, моим подписчикам все покажите. Так, рубашки. От 400 рублей. 400 рублей размеры? От 42 до 50. До 50. Давайте вот эти вот платьишки покажем вот сейчас. Угу. Это от 42 до 48, цена 600 рублей. 600 рублей. Давайте вот эти с бусинками покажем. Кожаные платья. Угу. Цена? Цена 800 рублей. Угу. От 42 до 48. Еще от 42? Есть коричневый цвет. До 48. Черные, коричневые, пудра. Ага, спасибо. Давайте цветочки, вот эти. Ткань, рубчик идет, цена 600 рублей. 600 рублей до 48 размера. Да. И вот журавли есть, и цветочки. Угу. И коричневые есть еще. Однотонные, да, такие? Не, вот такой коричневый. А, вот, ага, вижу. Цветочки. И есть белый.
Ага, спасибо. Давайте вот эти покажем. Однотонные. Угу. Это воротником, кнопками идет. Ага, давайте покажем. Цена? 500 рублей. 500? Да. 500 рублей. Новенькая. Так, ну маечки, они всегда это есть. Ночнушки, майка, шортик. 300 рублей. 300 рублей. А, это получается комплект, да, 300 да. рублей? Ага. Так, а вот эти вот платья у вас... Можно по 700 рублей. 700 рублей, да? Да, костюмчики 800 рублей. Ага. Это костюм, это комбинезон 800 рублей, костюмчик. Ага. Это платье 1200 длинный. Это костюм 1000 рублей. А вот это вот первая гипюровая черная? 800 рублей. 800 рублей, а эти? А эти 900 рублей. 900 рублей. А вот эти сколько мы и вначале? Это 700 рублей. Так, 700 рублей. Еще раз показываю визитки вам, вот, девочки. СТ-6, павильон 18. Это тоже новенькая, еще не выставили даже. А расцветки разные? 4 расцветки, есть большие размеры, баталы. Какой баталы размер самый большой? От 50 до 56 размера. До 56 расцветки разные. Так, с поясочком, очень классный модель. 600 рублей. 600 рублей. Ну да, и легкие такие. Так. Какой-то размер? Размер от 50 до 56 есть уже. Визитку. Цена 600 рублей всего лишь. Спасибо вам огромное. Скажите, пожалуйста, сколько, например, стоят вот эти оптом? Оптом 60 да. рублей. 60 рублей. Да. А вот эти? 50 рублей. 50 рублей. Да. А мелкие вот эти? Линия 32, павильон 100. 100. Да. Так, а скажите, вот ромашки сколько вот эти? 45. 45, а вот эти? Это 75. А это? Это 45. Вот эти? Это 100 рублей. 100 рублей оптом, да? Да. Угу. 110. Так, а вот эти вот сколько стоят? Расскажите. 20. По 20 рублей есть? 20. Ага. 25. Так. А это 55. 55. Розы? А это 50 рублей. А вот эти розы? А это 110. 110 рублей. Да. Так, вот эти сколько? А это 110. 110. А это 100 рублей. 100 рублей. Да. Угу. Это за 80. Ага. А вот это эти? 100 рублей. 100 рублей? Да. А самые дешевые цветы у вас какие вот? Это 10 рублей. Самый дешевый 10 рублей оптом, это да? 10 рублей. А, вот эти по 10 рублей, да? Да? Также можно купить веточками большими, да? Это сколько? 55. 55? А вот эти ягодки сколько? Это 70. 70. А вот эти? Какая? Это 55, да? 55. А ягодки? Это 80. 80. Расскажите, какие? Это 45. Угу. Это 75. Это 80. 80. Вот эти пионы? 120. 120. Это 100 рублей. 100 рублей. Да. Так, а что вы мне еще? Надо, я тебя. Да. А вот эти сколько? Это 65. А можно визиточку вашу? Хорошо, визиточку. Да, да, визиточку давайте. Да, да. Получить 80. 80 рублей. Гвоздички. 80 большие ветки, 80-100 рублей получается. А это да? Даже 65. Даже 65 стоят. Разные. А вот 100 эти рублей. 100 рублей. А это 65. 65. Да. Вот эти. А это 85. А вот эти ромашки. Ромашка, это 9 галуа, 7 галуа. 9 галуа, это 55. 55. А вот эти? Какое? Вот эти. Это 55. А вот эти шарики? Это 100 рублей. Лилии? Лилии 85. А вот эти? Это 45. А под, вот эти подсолнухи? Это 85. 85. А вот эти лилии сколько? Это 120. Это 102. 70. А, 70? Ага. Да. А вот эти шарики сколько? 120. 120? И сколько тут веточек? 7, 7. 7 веточек, 120 рублей? Да. Ой, такие интересные. А вот эти розы? Это 130. 130. Желтые. Ага. Это 150. Это чивый голова, 120. 120. Да, чивый голова. Работаете только оптом, да? Конечно. Так, девочки, вот кого заинтересовала, линия 32-100. Светлана, и вот я номер Света. Телефона Света. Да, 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 да. От Тамары Щик придут. Окей? Если кто заинтересовался да, искусственными цветами, девочки. Давайте покажем свои мои. Это 30. Это 30. Это 30 должен.
Спасибо огромное. Так, девочки, вот еще раз показываю номер телефона. Да, да, да. И вот такой вот выбор искусственных цветов. Заходите и заказывайте. Скажите, пожалуйста, сколько, например, стоят вот эти оптом? Оптом 60 рублей. 60 рублей. А вот эти? 50 рублей. 50 рублей. А мелкие вот эти? Линия 32, павильон 100. 100. Так, а скажите, вот ромашки сколько вот эти? 45. 45, а вот эти? Это 75. А это? Это 45. Вот эти? Это 100 рублей. 100 рублей оптом, да? Да. Угу. 110. Так, а вот эти вот сколько стоят? Расскажите. 20. По 20 рублей есть? 20. Ага. 25. Так. А это 55. 55. Розы? А это 50 рублей. А вот эти розы? А это 110. 110 рублей. Да. Так, вот эти сколько? А это 110. 110. А это 100 рублей. 100 рублей. Да. Угу. А это 80. Ага. А вот а эти? Это 100 рублей. 100 рублей. Да. А самые дешевые цветы у вас какие вот? Это 10 рублей. Самый дешевый 10 рублей оптом, это да? 10 рублей. А, вот эти по 10 рублей, да? Также можно купить веточками большими, да? Это сколько? 55. 55? А вот эти ягодки сколько? Это 70. 70. А вот эти? Какая? Это 55. 55. А ягодки? Это 80. 80. Расскажите, это, какие? Это 45. Угу. Это 75. Это 80. 80. Вот эти пионы? 120. 100 рублей. 100 рублей. Да. Так, а что вы мне еще? Да, я тебя. Да. А вот эти сколько? Это 65. А можно визиточку вашу? Хорошо, вы да, да, визиточку давайте. Да, да. Получи 80 рублей. Гвоздички. 80 большие ветки. 80 100 рублей получается. Это да, да? 65. Даже 65 стоят. Разные. А вот 100 эти 100 рублей. А это 65. 65. Да. Вот эти. Это 85. А вот эти ромашки? Ромашка, это 9 галуа, 7 галуа. 9 галуа, это 55. 55. А вот эти? Какое? Вот эти. Это 55. А вот эти шарики? Это 100 рублей. Лилии? Лилии 85. А вот эти? Это 45. А под, вот эти подсолнухи? Это 85. 85. А вот эти лилии сколько? Это 120. А это 70. А, 70? Ага. Да. А вот эти шарики сколько? Это 120. 120? И сколько тут веточек? 7, 7. 7 веточек 120 рублей? Да. Ой, такие интересные. А вот эти розы? Это 130. 130. Желтые. Ага. Это 150. Это 9 галлова. 120. 120. Да, 9 галлова. Работаете только оптом, да? Конечно. Так, девочки, вот кого заинтересовала, линия 32-100, Светлана. И вот я номер Света. Телефона Света. Да, 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 да. От Тамары Щик придут, окей? Если кто заинтересовался искусственными цветами, девочки, давайте покажем свои манипуляции. Тлица. 25, 30, 35. Спасибо огромное. Да. Так, девочки, вот еще раз показываю номер телефона.
Да, да, да. И вот такой вот выбор искусственных цветов. Заходите и заказывайте.